Наконец пришла четвертая посылка в этом году от Женька. Вот. Еще одна лампочка. На этот раз уже большенькая. 75-ка. Не стал брать особенно большую, потому что я думаю, мне хватит и этой. Ну, вот она посылочка. Вот. Два экрана. Клей Жене спасибо положил. Попробую потестить. И вот такая сама лампочка. Скрываем дальше. Вот. Вот открываем. Это диммер. Включение. Вот. Новый узел. Женьков. И вот такой шнурикс. Вот это вот отверстие для вентиляции, чтобы лампочка не перегревалась. И вот так выглядит Днепродент. Вольтметр. Теплый, холодный, теплый, холодный, теплый. Будем воспламенять сейчас лампу и тестить потихоньку. Жень, спасибо тебе большое за посылочку. Я очень рад и доволен. Огромная тебе благодарность. Будем теперь работать в твоей лампе и в одной, и в другой. Вот лампочка выглядит на стоечке. Сварганил такую стойку. Вот. Все тут, в принципе, то, что надо. Все регулировки есть. Вверх, вниз, дальше, ближе. Вот. Сейчас будем включаться, подключаться, пробовать. Вот так выглядит лампочка на стойке. Готово. Питание подключено. Включаемся. Загорелся светодиод. Это показывает напряжение на борту. Поехали. Как говорится, огонь. Вот диммера можно уменьшать. Свет теплый, холодный, теплый, холодный, теплый. Вот такая красота. Если мешает вот этот индикатор, его можно выключать. Смотрим. Все видно прекрасно. На минимальных настройках имеется в виду диммер на самом минимуме. Все хорошо просматривается. Ну вот, собственно, посылка открыта. Теперь надо учиться работать. Всем удачи, пока-пока. Женечка, еще раз тебе спасибо огромное за посылочку, за клей. Буду пробовать вот эти твои новые наработки. Пробовать в разных экранах, в разных позициях работать. Потом выложу видео. Удачи всем. Пока-пока.